Первое мероприятие в 17:20 – это игровая программа для детей. Мы приглашаем всех горожан принять участие. В это же время на площадке около городского дома культуры будут работать интерактивные зоны. Центральная библиотечная система подготовит книжную выставку, а также малышковую зону. Примет участие и Каннский краеведческий музей. Они проведут музейный экспериментариум. Также будут организованы фотозоны, будут организованы мастер-классы по ДПИ и много-много всего интересного. В 18 часов на крыльце начнется концертная программа с участием вокальных творческих коллективов городского дома культуры и города Каннска.